Нет, счастливая пора. Наконец-то в Нишанах устанавливают светодиодные лампы. Вот, ребята работают. Светодиодные лампы. А кто хочет рассказать, зачем они нужны? Они экономные. Экономные? Да. А по яркости они хуже или лучше? Лучше, лучше. Они даже эту марку убивают. А сколько потребляет один такой светильник? 60. А эта лампа старая? 250. 250. А, так это хорошая экономия. Ну так объясним, что вот это 15 киловатт. Ну, с математикой мы потом посчитаем. Дандушень, Молдова, установка светодиодных светильников. Фантастика. В то время как космические корабли бороздят просторы космоса. А что вы смеетесь? Не хотели сниматься? А вы тут тоже будете менять? И вот демонтируется старая лампа, которая демонтирует старую лампу, которая, как вы слышали, потребляет 250 ватт в час. И вместо нее будет установлен светодиодный светильник, который потребляет 40 ватт. Эти светильники будут установлены где-то на других столбах, других, ну, да. По другим улицам Дандюшан, да? Нет, куда они, смотри, сколько они весят. Ну то есть что? Есть еще, есть поменьше, аккуратные. И те экономные. А это уже старье, я вам понял, не важно. Вам все опыты. Вот они, светодиодные светильники. А, ну это слабые, те по центру большие, другие. Там разные, да, они бывают? Те мощнее, те на 30. А эти? Те на 60. Эти на 30? Да. Всего лишь 30 ватт? Класс, ну даже дома можно такой поставить. Да, ну 4 с чем-то. А есть где-то его параметры написаны с той стороны? Или он такой весь белый? А! Ага, это вот все, да? Понятно.